Всем привет! Меня зовут Ксения, и с вами программа «Креативное фото». Наша программа создана для того, чтобы показать вам, как сделать красивое и интересное фото с минимальными затратами. Кстати, а вы знаете, что первый цифровой фотоаппарат появился в 1988 году? Сегодня для нашей фотографии мы будем использовать муку, черную ткань и светодиодную лампу. Включает в себя текстуру, контраст, освещение и форму. А с вами была программа «Креативное фото». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Пока-пока!